Каждое третье воскресенье ноября принято чтить память жертв дорожно-транспортных происшествий. Эта дата отмечается по всему миру с 2005 года, а статус ее закреплен специальной резолюцией ООН. Несмотря на все принимаемые меры, аварии на дорогах уносят жизни миллионов людей, в числе которых дети. Больно осознавать, что это ничем не оправданные жертвы. Нельзя забывать об ответственности за себя и других людей и делать все, чтобы исключить возможность дорожных трагедий. Данное мероприятие проходит во всем мире, и проходит оно с 2005 года ежегодно. Ежегодно на дорогах погибает и получает травмы различной степени тяжести около 200 тысяч человек. Значит, цифра она очень большая. На территории обслуживания 2-го батальона на сегодняшний момент уже погибло 31 человек. Аналогичный период прошлого года 43. Ну, первое мероприятие проходило оно в Успенском кафедральном соборе. Проходила, была панихида. Сегодня, сейчас, на сегодняшний момент, это вторая часть данного мероприятия. Флешмоб. Участие во флешмобе приняли образцово-хореографические коллективы РДК «Созвездие». Перед зданием Дворца культуры дети провели танцевальный флешмоб в светоотражающих жилетах, которые, как огоньки, светились в темноте на одежде ребят. Приобретение такого количества жилетов помогло обществу с ограниченной ответственностью «Рубеж СТ», отмечает руководство 2-го батальона полка ДПС. Целью этого мероприятия является популяризация использования пешеходами светоотражающих элементов на одежде в темное время суток для привлечения внимания всех участников дорожного движения к проблеме травматизма на дорогах. На сегодняшний момент очень большая проблема, когда у нас совершаются наезды на детей, на пешеходов в целом. И правила дорожного движения у нас написано все-таки, что на сегодняшний момент это закреплено правилами дорожного движения, что нужно использовать светозвращающие элементы при передвижении по дорогам. Вот, и мы как бы это на сегодняшний момент пропагандируем. Далее участники флешмоба выстроились по команде ведущего и составили слово «Я заметен». Таким образом, совместными усилиями можно смело сказать, что флешмоб увенчался успехом. Дети постарались на славу, несмотря на то, что на улице было холодно, терпеливо выполняли все указания. Вот так слово «Я заметен» выглядело с высоты птичьего полета, благодаря оператору Константину Чернецову, который на протяжении всего времени вел съемку с воздуха и корректировал действия ребят. Ребятам раздали по шарику, в каждом из них был светодиодный фонарик. В завершении мероприятия все шары дети запустили в небо. Нужно помнить, что эта дата не только день памяти всем погибшим в дорожных авариях, но и предупреждение всем нам, живым, о том, насколько внимательными и аккуратными нужно быть на дороге.